Торжественная церемония зажжения вечного огня в сквере памяти города Белева объявляется открытой. Уважаемые, дорогие наши ветераны, добрый день, уважаемые белевцы. Сегодня очень важный день. Важный день не только в жизни города Белев, это важный день в жизни области, в жизни всей страны. Сегодня мы открываем новый вечный огонь на территории Тульской области. Это новый вечный огонь, который появится на территории области за последние 25 лет. В прошлом году в поселке Первомайский Щекинского района мы восстановили вечный огонь, который был первый установлен в Советском Союзе, из которого началась традиция вечных огней. Это очень хорошая традиция. Традиция памяти, традиция уважения, традиция гордости. Гордость возвращается. Она возвращается за каждый наш город, за Тульскую область. Возвращается гордость за Россию. И сегодня у наших ветеранов есть сильные, мужественные продолжатели наших традиций. Накануне великого праздника, Дня Победы, хочу поздравить всех ветеранов, тружеников тыла, всех тех людей, которые ковали эту победу. Я хочу поздравить всех жителей области с наступающим праздником. С Днем Победы вас! Ура!